Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня 25 августа, четверг. С вами я, Анастасия Час, и это ежедневный обзор по основным валютным парам. На экране у нас пара евро-доллар. Какие у нас ожидания по этой паре? Значит, месячный тренд у нас вверх. Так и остается. Недельный тренд не сегодня-завтра. Я думаю, что сегодня нет, но завтра, возможно, к концу дня мы уже развернемся вниз. Недельный тренд. А дневной пока еще идет вниз. Дневной тренд, но я не исключаю тоже на завтра, последний день, мы можем, я говорю, развернуться, и дневной тренд тоже вверх, естественно, если на неделю, в конце недели уже разворачивается тренд. Следующей неделе, я полагаю, что мы пойдем вверх, тренд будет восходящий. Вот. А пока что мы тоже идем вниз, дневной тренд хотя и вверх, но вот сейчас мы идем вниз, и здесь достаточно такой существенный уровень, можем сюда дойти 1.12647, даже еще ниже, где-то 1.12630, вот, и все зависит вот от этого уровня на сегодня. Вот пробьемся, закрепимся, пока что мы идем вниз, закрепимся здесь, значит, развернемся и пойдем, может быть, еще раз тестировать вот разворотную линию дня. Хотя я ожидаю, что сегодня мы можем идти вниз, скорее всего, и придем тестировать еще раз месячную линию. Это 1.12388 и, возможно, даже еще ниже, 1.12350, вот так вот где-то. Такие сегодня ожидания. Вот я думаю, полагаю, что мы сегодня можем сюда прийти и, возможно, даже еще ниже. А сюда очень даже, более вероятно всего. Вот. Ну, пока что, видите, мы протестировали разворотную линию дня. Мы можем сюда, потом можем откатить еще раз сюда и пойти вниз. Тренд пока еще нисходящий. Хотя завтра, мне кажется, что уже тренд даже на днях будет восходящим. Ну да, очень даже похоже на то. Ну, это на сегодня все. Это последняя была пара. Поэтому я благодарю вас за внимание. Если у вас какие-то возникли вопросы, спрашивайте, пишите в комментариях. Я с радостью вам отвечу, поделюсь своими наработками, своими знаниями. Ставьте лайки, поделитесь видео тоже, пускай и другие люди, кому, может быть, нужна помощь или вот нужно, не совсем понимают, пусть посмотрят видео и тоже для себя сделают какие-то выводы. Еще раз благодарю за внимание, ставьте лайки, делитесь с друзьями, и всего вам самого-самого хорошего, удачного дня, хорошего профита. С вами была Анастасия Час, и пока-пока.